Всем привет! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас 3 июня, и у нас настали опять холода. Сегодня передают заморозки, так что будем все накрывать на улице, опять прятать. Не знаем уже, когда настанет лето, уже надоело. А вот в теплице у нас полным ходом поспевают огурчики, вот такие маленькие собираем, чтобы они поскорее начали подрастать. Тут и перчики наши уже подрастают. Но в теплице не страшно, так как здесь обещают минус 1, 0. В теплице, я думаю, они выдержат. А вот на улице будем пробовать что-то думать, накрывать. Жалко и кукурузу. Уже все взошло, уже все растет. Но придется что-нибудь придумывать. С этой стороны у нас баклажанчик стоит один и томат. Капусту мы потихоньку уже подъедаем. И вот баклажан намного лучше себя чувствует в теплице. Ну, пока вот холодно. Ему, конечно, здесь комфортнее на улице. Листья пожелтели нижние. И как-то они очень сильно мерзнут. Потому что ночью очень холодно у нас. Сейчас 5 градусов, 7 градусов. Это очень холодно. А сегодня вообще заморозки. И арбузики в теплице чувствуют себя лучше. Зеленее, красивее, конечно, чем в поле у нас стоят. Тут и дыньки. Вот дынька мне айкидо понравилась. Очень такая компактная, зелененькая. Не то, что вот эти наши вытянутые. Это лолита. Перчики наши тоже будем накрывать укрывным материалом. Колышки у нас стоят, сверху будем накидывать укрывной. Если нет укрывного, вот у нас есть какие-нибудь старые простыни, без разницы. Главное, вот, чтобы мороз не прихватил. Мороз вроде не сильный, но может все-таки побить. Потому что уже вот висят у нас вот такие перчики. Не знаю, как это все перенесет опять, все эти растения. Очередные заморозки. Вроде уже и лето началось. Баклажаны так вообще вон стоят. Бедные, листья посветлели, очень им некомфортно. Их буду даже накрывать клеенкой сверху, чтобы потеплее было. А перчики чем придется. Короче, если что-то есть у вас накрыть, можно использовать и простыни, и одеялки, кто чем накрывает, лишь бы чем-то накрыть. Бутылками, ведрами, старыми горшками. Эти вот есть баклажки для воды. Привозят в офисы. Можно и ими накрывать, если есть. Главное, чем-то прикрыть. Вот такая конструкция у нас получилась. Сверху укрывной, под низом у нас старые простыни. А здесь еще сверху натянули, сверху укрывного натянули клеенку. Надеюсь, они переживут. Ничего страшного с ними не станет. Вроде более-менее такое укрытие. Сегодня даже днем 8 градусов, очень холодно, местами даже вот иногда пар изо рта идет. Так что, я думаю, укрытия лишним в любом случае не будет. Кабачки, тыквы, патиссоны, если они маленькие, вполне себе возможно их вот так вот укрыть. Старыми бутылками, вот разрезанные напополам. Ведра, горшки, все пойдет в дело. Но у нас пока еще маленькие, только взошли. Вот так будем накрывать и сверху прижимать каким-нибудь кирпичиком или доской какой-нибудь, чтобы это все ветром не унесло. Так как у нас еще и вдобавок ураганные ветра, и очень все разлетается в разные стороны. Вот такие кустики будем пробовать как-то укрывать большими ведрами. Ну, а завтра уже с утра будем все раскрывать опять. На следующие дни, два дня, вернее, на следующие две ночи нам передают 9 градусов. Ну, тогда уже не будем накрывать, пусть остается так. Кто выживет, тот выживет. Томаты в теплице у нас здесь уже закаленные. Им уже ничего не страшно, так что в теплице им здесь вообще вполне комфортно будет. Даже 0 градусов они нормально выдержат. Все цветет. Уже с томатиками, с маленькими. В
Вот это Котя, очень красивый, вкусный. Ждем, не дождемся, пока вот он созреет. Очень ребенку нравится, очень сладкий, вкусный томат. Ничем дополнительно здесь обрабатывать, ни эпином, ничем не будем, так как наши томаты уже закалились, и им такая температура вообще не страшна. Все на цвету, надеюсь, что наши вот завязи не пострадают от таких перепадов, потому что еще вчера у нас было 28 градусов, сегодня уже 8. Это вот полосатый шоколад из наших семян уже вовсю завязывает. Зеленая тайна личинки, уже крупные томатики, и уже скоро созреют. Он поспевает очень быстро, но надо вовремя его срывать, чтобы он не перезрел. Чуть-чуть начинает он желтеть, и надо срывать. Вот такие томатики. Ну, сейчас вот, надеюсь, погода восстановится, и все пойдет уже в рост, в активный. Петунии оставим сегодня на улице, пусть уже стоят, не будем заносить, а то и так много работы. А вот герани все-таки занесем, так как они вот, видно, что листья у них страдают. Плюс мороз, они цвести начинают, и я думаю, пусть уже постоят в теплице одну ночку, а там уже опять вынесем на улицу. Вот такой маленький урожай мы уже собираем. Это жимолость с наших кустов и земляника. Земляника растет у нас в теплице. И вот первые ягодки мы уже едим. Скоро уже, конечно, и на улице поспеют. Но самые вкусные и самые первые в теплице. Едим уж их уже недели две. По чуть-чуть вот так вот собираем, но ребенку хватает. Виноград наш в этом году еле проснулся. Его вначале побило морозом. И вот он опять выпустил новые побеги. Есть уже маленькие кисточки. Но если сейчас опять будет мороз, то боюсь, что он у нас совсем погибнет. Расскажите, как у вас обстоят дела с погодой. Есть заморозки, нет? Как вы справляетесь? Как вообще обстановка с урожаями и все такое. Ну а я на этом с вами прощаюсь и увидимся уже в следующих видео.